Сегодня очень коротко, но предельно понятно. Вот смотрите, полицейский остановил водителя, заподозрил его в управлении в состоянии наркотического опьянения и доставляет его в медучреждение для прохождения осмотра. А вот зона будет. Да нет, там же надо, чтобы все по закону было. Не полицейский доставляет водителя. Водитель сам себя доставляет на осмотр. Что-то нужно пояснять?